Сегодня у нас 24 июня 2015 года. Где Пащенко Владимир, воспитатель в детском православном лагере Стань. Поехал проведать наших ребятишков из детского лагеря. Где они тут пасут коров? Как они это делают? Чем занимаются? Кругом лага. Травы очень много, всяко разное. Вот. Сейчас подъедем, узнаем, что они тут делают. Ну и где ваша паства? Где ваша паства-то? Лагу. Лагу стоят, это хорошо. Сейчас беда. Что беда у вас? Ботинок засосало. Да. Мы по лагу переходили, он наступил, ботинок засосало. Ну что, не видишь, вон у него ноги все грязные. Я его, ой, как еще? Ну как, с Божьей помощью, как я еще могу Паша пройти? Мы тоже так же пошли. Ну рассказывайте по одному, как вам здесь? Понравилось, не понравилось? Да. Какие советы другим посоветовали бы? Назад в лагерь. Не в лагерь, я домой хочу. Там купаться сейчас, если Витя должен был, обещал. А давайте покупаемся сейчас, приведем кого-то. Покупаемся, пожалуйста. А Тимофей-то где потерял ботинок? Там, в болоте. Там, болоте. А, я сейчас расскажу, как это. В болоте засосало. Стоп, учитель. А Кирилл вообще ничего не видел, рассказывай. Ну, рассказывай, как. Ну, как, мы шли прямо из лагеря сюда. Откуда мы знали, что там будет лод? Мы спускаемся, там лог, мы с Незеркой с легкостью перешли, ни одного тапка не потеряли. Этот идет, этот заплакал, я не могу перейти. Я ему показал, где можно перейти, он пошел немного левее, наступил в болото, засосал ботинок, все. Ну так где вы, через первый мостик переходили, наверное, да? Нет, через лог. У него одна стелька 5000 стоит, у Тимофея. Не одна. Он 5000 в болоте утонул. 5000 просрал. Шел и плакал. Ну и что вы не нашли тогда? Мы пытались. Мы не смогли откопать. Да мы копались. Вы не были. Копали. Я там копал, место куда он нашел, где он наступил. Я там копал, так и не нащупал его. Вот если тапок легко нащупать, он плоский, то у него маленький ботиночек наступил. Советую идти, когда пасти в резиновые сапога. Мало ли что будет. Да. Не резиновый. То есть босиком не надо ходить, да? Да. Босиком не надо, здесь очень много колючей травы, она ноги режет. А мне порезало. Пойдемте пасти. Не карбон. Веня, как мы вас нашли, дядь Володь? Все, пойдем. Как вы нас нашли? Да что вас найти? Коровки. Вы с нами пасти пойдете? А вы тоже через эту грязь переходили? Конечно, вон. Ну я не знаю, я-то переходил через первый мостик, а вы через лоб переходили. Как вы перешли через тот мостик с водой? Ну как, с Божьей помощью. Там же вода прям как все перетекла. А? Вы с вами пасти? Я с вами пасти, да. Если в прошлом году мы ходили сюда сетью рыбачить, то и там был лог, а то сейчас ничего нету. Там, как будто весь этот мостик изменился. Ну, потом отводной канал такого выпадет. Это вот у нас пруд небольшой. Я тоже по осени пасу частенько коров. Занятие очень такое интересное. Можно словом Божьим заниматься. Читать Святую Библию, заучивать стихи Писания, размышлять о духовном, песнопения петь. Даже если у тебя слуха нету. Коровок это без разницы. Что так вот у нас? Еще у меня спрашиваете, вы ведь хозяева? Нам сказали через 2 часа. 2 часа мы только недавно пили минут 20 назад. Да вы же не до конца будешь, да? Через 2 часа. Ну сейчас 5. Ну ладно, давай подпишем.
Потом на обед там думаю. Где Андрей? Ну доставай. Доставайте свои. Ну где вы потеряли-то его? Где Андрей реально? Да туда вон зашел. Позови Андрей! Андрей! Вы за ним следите. Андрей, давай быстрее. Вот такие пастухи. То, что коров пастуха одного потеряли. Нечего коровка весь. Я не могу, сейчас шли, там корова, это, теленку накакала на голову. Да. Идет прям под нее подошел. Это прям бывает. Мы видели корову, которая сустав на коленный сустав на ноге опух. Ну, это да? Видно. Да. Но он говорит, да, что она очень много молока дает. Очень много. Ну тогда это плохо и для нее. Вот это наши телятки. Тут в горах более влажно, они едят на зеленую травку. Овечки, коровки. Ивы растут, с которого можно плести разные изделия. Вот мы в том году позатом ходили здесь со снастями, или с сетями, и улавливали тут рыбешку маленькую. Да? Вот мне за 4 паута сразу зараз поймал. Да? 4 паута зараз поймал. Что вы с ним первый, будете делать? Второй, третий. Ну не отпускает же кровопийцев. Коров мучить будут. Понятно. Нельзя помиловать. Да их самих мучить запрещает Библия. Скажи, что вы не для себя? Чтобы не они мимо не мучились. Да. Дядя Володь, а когда мы на рыбалку пойдем? Ну как вам? Место-то как раз уже 4, время подходящее. 4 сразу этих овода. Да, уже показал Ваня. Это я поймал. Подходящая рыба подросла. Помните на рыбалку? Я опа, удочка, ссылочка. Мышка. Мышина и норка. А я же... Он же тебя сожалеет. Меня? Нет. Он? Нет. 11, мне 12. Ты его мажешь? Приехали. Пьют, не допьют. Ну что, Андрей, скажете? Тарасик, что скажете о пастьбе? Нормально. Нравится вам, не нравится? Мы через мостик прошли, короче. Тарасик. Нормально. Нормально? Весь твой ответ. Дядь Володь, мы вообще прошли через мостик самодельный. Я прыгнул на него, упал прям на жопу. Пытался перелезть. Бывает такое. Петя, кто там следующий? Петя! Да, не супей. Кто сейчас? Ты? Да вы. Андрей, а ты что скажешь о пастьбе? А? Что о пастьбе скажешь? О коровках, овечках? Еще одна. Ты не мучайся. Давайте на овечек и снимаем. А что тебе больше нравится спасти? Коров или овечек? Да? Коров. Овечек. Коров. Я еще один раз покажу. А что вам овечки-то не нравятся? Они послушные. Кому? А? Паша, что овечки-то почему тебе не нравятся? Овечки почему не нравятся? Быстро бегают, тяжело догонять, больно бьются. Но ты же у нас спортсмен, тебе наоборот это должно быть увлекательно. А давайте там... Нет. А что тут не... Мне больше корова нравится. А сейчас на любой овце. А если одну какую-нибудь овцу? Вот, а почему вы там не будете купаться? А тут можно? Здесь вода-то горяченькая. Я когда полоскал, Тима взял штаны, когда он упал в глину.
Почему? Почему? Потому что вы... надо, чтобы со взрослым. А что нам? Опасно за вас. Нет. А когда придем, ну, посмотрим. А, чего себе монстры, я чуть ли не пропустил. Что? За рога держаться. Как ты за рога возьмешь? Она тебе не даст. Да куда ты побежал? Ты сейчас бьешь, Андрей. Я же такой красивый. Не надо ему пить, он уже вылез. Че? Скопил, скопил. Сам замолчи, что он убьет. Завтра не будет. Он свою кружку вылил. Что? Ну вылил, ну не подумаешь, бывает такое. Ни у кого не было, ни у одного было. Блин, вылил у тех. Вот наша Лавинстан пасет коров. Сидят. Вот. А один решил Кирилл коров погнать. Из лога выгнал их зачем-то сюда на сухую траву. Вот. Сейчас Венька его отсчитывает вот за это дело. Что-то едят коровки. Слава Христу.